За минулые дни на белорусско-польской мяже Гродзенской региональной мытней была спынена спроба увозу гашишу. Мытники совместно с пограничниками выкрали гашиш у кіроўцы автомобиля BMW, який ехал на территорию ЕАС с Польши. 39-годовый громадянин Армении просякал белорусско-польскую мяжу праз пункт пропуску брузги. Частка наркотика была схована у водительским сядении. Частка, на якую указал службовый собака, у особистых речах. Проведенная экспертиза подтвердила, это был гашиш. Другий пакет Кетик за аналогичным речевым зараз находится на доследовании. У Гродзенской региональной мытни по факте початок криминальная справа. Санкции отповедных артикулов, позбавление воли от 3 до 7 годов со штрафом альбо не.